Сегодня действительно довольно-таки знаковое событие. Во-первых, 30 лет СНГ. Открытие прекрасной, замечательной выставки. Город рад, город открыт. И именно столица, Минск, с большим удовольствием принимает столь высоких гостей, представителей стран СНГ. Я уверен, что в ближайшее время эту выставку посетят очень много жителей нашего города. Выставка открыта. И самое главное, что сегодня именно здесь, в Минской ратуше, ратуша – это сердце нашей столицы, мы открываем выставку и вспоминаем все то лучшее, что было сделано за эти последние 30 лет. Сделано очень много. Сделано как раз таки то, что, чем сегодня можно гордиться, начиная от экономики и заканчивая нашими культурными связями. Минск, Беларусь, белорусы открыты, поэтому мы всегда рады, когда в нашей стране, в частности в столице, проходят такие знаковые события. А какая вот программа?